Очень много поступает запросов о том, что такое социальное проектирование, как зарегистрировать некоммерческую организацию, вообще в целом, что такое НКО. И ты понимаешь, что у тебя не хватает своих знаний, и зачастую не всегда есть у кого это спросить в своем регионе, ты начинаешь искать такие ходы. И так как Центр Гарант – один из ведущих, на самом деле, в стране по ресурсности среди НКО, и особенно уникальность этого центра в том, что очень много все-таки практических мероприятий и приближенных к реальной жизни, поэтому я и здесь. Одна из основных проблем в сфере НКО, которые сами НКО озвучат, это информационная открытость, это то, что мало СМИ подсвечивает деятельность, да, и мы в своем регионе стараемся этот миф развенчивать. Это не СМИ такие плохие, и они не рассказывают о нас, а то, что мы зачастую не знаем, как правильно обратиться в СМИ, как с ними правильно выстроить коммуникацию. Для меня это в копилку как тренера, работа с аудиторией, потому что, опять же, когда приезжают люди из муниципалитетов, они думают, что сейчас мы отрабаним все, они запишут под копирку и идут. А когда ты их начинаешь поднимать, с ними коммуницировать, им это очень нравится, когда на самом деле живой диалог,